Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Шерлок Холмс и Тайна Мумии. Или Пять египетских статуэток, как по-другому она звучит. Мы проходили в прошлой серии, вот, зашли в какую-то лабораторию, искали здесь, что же можно делать. Все ходили, читали. Что ты взяла? Песок? Песок. Песок. Мы взяли песок. Будем... Зачем-то он взял песок, да? Зачем-то он ему понадобился. It's locked, да, ищи. Продолжаем тут копаться. Что там? О, стульчик взяла. Молодец. Так, блин. Что у нас тут? Ключ. Ага, ключик вот я. Сюда пробрались, отлично. Теперь у нас есть два ключа. Два или три, посмотри. Вот такое. Два или три ключа, сколько у нас там? Три ключа. Да, три ключа. Так, ну что у нас здесь, туалетная? Такое. А, он присел? Ах ты отдуй. Так, что такое рука была? Почти пустая, но все равно пригодится. А что мы взяли? Пригодится. Ну ладно. Почти пустая. Бутылочка масла. Тогда потопали куда? К двери, наверное? Я не знаю. Пройдемся, наверное. Встанем, нам надо встать, наверное. Мы присели, походу, вообще. Seems to be really interested in the esoteric and mysticism. I see here a book called the Book of Sacred Magic. Какие-то две минуты. Так, ага. Блеват, блеват. У нас какие-то эти. Разгадочки, давай разгадаем. Так, мы ключик нашли. Нет? Нет, значит этот нет. Вот. Давай. Потом подохнем. Можно, надо было сохраниться. Не понял. И этот ключ не ставится. Значит, ставится этот. Не знаю. О, так, блин, третий ключ только подошел, упырь потный. Они ставятся, видимо, в определенной последовательности. В определенной, может быть, очереди. Ах ты, отдоль. Так. Упырь, упырь. Где-то у нас была записка, да? Как там надо? Да, и две минуты. Вот этот ключ, по-моему, сюда. А этот, по-моему, сюда. Давай. Терн. Что там? Пукнул. Ты нашел. Что ты там нашел? Милая статуэтка. Стырю-ка я ее себе. Зачем они тебя? О, Анубис, сын Сета. Сета. Правитель. Палаты мумий, правитель священного дома, бог мертвых, дай нам силы поклоняться тебе вечно. Я сейчас какое-то заклинание, да, прочитал. Ничего, смотри, ключик был. Что нам-то надо делать? Ключик был лакт. Ну-ка, ключ у нас не подходил. Попробуем смазать. Слушай, да мы уже мазали, помнишь, мылом, теперь маслом замок мажем. А что теперь? Попробуем теперь с ключом зайти. Эти вещи ждут реставрации. Опа, а факел будем делать? Смотри, здесь как темно. Давай факел сделаем. Как факел сделать? А я не знаю. Факел. Что так темно? У нас две минуты идет или не идет? Я не знаю, наверное, идет. Тогда мы сохранимся. Вот сюда. Надо факел как-то сделать. Макел, вакер, ракер, ракер. Попробуй сделай факел, налей что-нибудь на него. Какую ошибку? На, посыпь туда кусочек. Чё за ошибку-то? Факел не сделали, что ли? Мы, наверное, факел не сделали, вот в чем палка. Дело.
Нам надо выйти, что ли, отсюда? Погиб. Отдохли. Короче, видимо, факел мне сделали. 2 минуты у нас было. Делай факел. Выходить отсюда надо, что-то найти или что-то. Что-то сделай здесь факел, попробуй. Из чего? Из того, что у нас есть, наверное, или что-то. Не хочет. Ни виски не хочет делать, да? У вас есть 2 минуты, чтобы сделать факел. Короче, вот мы не смогли сделать факел и подохли. Ну что, мы сделаем факел. Чего-то мы не нашли. Так, да. Тогда надо... Дохнем. Да. Тогда надо будет... Загрузить вот эту тогда игру, да, получается, да. И найти нам что-то, для чего, из чего можно сделать будет факел. Ты думаешь, здесь что ли? Да, иди ты. Жрём как всегда. Думаешь, здесь, да, что-то надо взять? Как будто бы, да, мы что-то упустили, где-то что-то. Что-то где-то не взяли. Ну здесь... А может бутылку какую-то не взяли? Ну тебе надо на все бутылки. О, что-то взяли. Тряпку, вонючка. Еще что-то... Не, положи-ка тряпку. Ну, с виски. Обратно. Непонятно, как это все. Ну подожги тогда. Тряпку с бинтом. Нет, он так тоже не использует. Да. Может быть, мы еще какой-то горячительный напиток не взяли? Может быть. Вроде мы все, наверное, все-таки бутылки-то взяли. 2 минуты идут или еще не было написано? По-моему, нет, не знаю. Ну сдохнет. Вот сохранись еще раз, что? Значит, тут с двух сторон лежали тряпки. Угу. Может быть, чуть-чуть там. Значит, было. Ну что это? Может быть, ты здесь что-нибудь нам возьмешь? Какую-нибудь бутылочку горючего? Что-то мы упустили. Короче, что-то упустили мы. Но мы не знаем, что мы упустили. Все. Решить загадку быстрее. Почему время дается? Почему мы должны подыхать? Может быть, в той комнате что-то было? О, что это? Ну где пузырь? Где пузырь? Так, что можно использовать? Это с тряпкой нет, это нет. Тряпку сюда. О, а теперь он использовал. Упырь потный. Масло. Залей спиртом залей. Блин. Все, решили. Пойдем валим отсюда. Пока не сдохли. Ох, да. Вот нет, такая... это дверь, по-моему. Вот такая вот головоломка. Куда тогда идти? В ту дверь, может быть. Ох ты. Это она каменная. Так, мы что забрали? Мы забрали статуэтку, факел, да? Или не забрали мы еще? Не забрали? Стул здесь стоит. А. Блин, да, тоже мы же начали с самого начала. Теперь нам надо взять масляку и еще присесть, блин. Вот как они сделали, это вообще... Это все очень хитро, да. Но все равно пригодится. Почти пустая, но все равно пригодится. Я смогу ее использовать.
Давай, быстрее ключи бери. Угу. Туда попробуй, туда. Отлично. Давай. Если знать, что делать, то тут все быстро очень можно сделать, если знать. Да, если знать. А если не знаешь, то, конечно, тут можно зависнуть. То мы уже пару раз подохли. Где наша музыка? Торжественная. Давай, бери. Ну бери, давай, что ты смотришь-то? Ой, так медленно все делает. Ну, как всегда, милая статуэтка. Заберу-ка ее с собой. Может, пицлок. Сейчас мы тебя откроем. Мы же все знаем, как открыть. На, бутылочку. Получи ты по башке. Ключ? Тут там забыл еще. Умно. И воды нету, а вода есть. Так, что тут делать? Факел включать. Да? Да, попробуй. Возьми. Что-то да. Сожечь, что ли? Не знаю. Что-нибудь зажги там. Да какая тебе ошибка? Песочек. Слушай, что-то тут опять не так. Какой-то попробуй никакой... вернуться в начало и попробуй заново. Видимо, здесь должен быть свет зажечься. Пойдем посмотрим в начало, короче. Может, записки опять прочитать все надо? Как думаешь? Чтобы кратко раз опять. Пойдем. Мы уже все решили. Это мы решили. Хорошо. Может ты Брахма, Шмахма, Вахма, что-то такое помнишь? Ага. Пойдем к тому столу. Может там как-то по очередности не открываются. Если они вообще есть. Вот тут он что-то читал. Сон. Время идет, пока ты там болтаешь. Блин, записок никаких нету, смотри. Мы вроде все читали. Все, что почему мы... это сахар? О, что там рука была какая-то? Там куда-то... Там сбоку попробую туда. Вот. Вот записки, к записке. Подожди, заткнется сейчас. Лупенция. Лупенция. Короче, мы что-то упустили. Мы кого-то или что-то упустили, что-то не дочитали. Ну попробуй, может, тут что-нибудь на стену пожми. Да тут куда угодно можно жать вообще. Да? Такие загадки тут. Дольф, что ты упустил? Рассказывай нам, что ты упустил. Тут стоят какие-то две колонны. Да? Очевидно. Да, короче, мы что-то не взяли. Или что-то не открыли, или на что-то не нажали. И игра не запустилась. Песок. Может быть, сюда поставить статую? Нет, мы, видимо, что-то упустили. Вернемся в начало и посмотрим. Что-то мы еще не взяли. В тех двух комнатах, что ли. Видишь, то есть здесь пока не открывается игра, как мы видим. Вот это вот что такое?
Давай начнем заново. Нет, не открывается. Значит, нам надо вернуться в ту комнату. Алкоголь мы истратили, значит, воду. У нас чего-то не хватает, наверное. Кто? Что это, бутылочка масла? Масло зальем. А куда? Куда зальем-то? Не знаю пока. Но мы взяли масло, можно сохраниться, наверное. Да, кстати, мне кажется, может быть, отсчет времени перестал? Ну да, мы же с факелом разгадали загадку. Ну, смотри, смотрит на нас какой-то фараон. Да, башка фараона лысых. Ну, масло мы взяли. Или что мы-то взяли? Он говорит, что надо вернуться в начало и подсмотреть. Что-то мы не подсмотрели. На столе, на столу, на стуле. Факел, мы же решили загадку с факелом. Факел, факел, факел. Чё тебе надо? Чё-то зажечь, что ли, надо? Давай что-нибудь зажгём где-нибудь. Факел горит вечным пламенем. Я допустил ошибку. Вернемся и посмотрим в начало, он говорит. Что это было? Песок засыпался. Да? Да. Так а что ты нам пишешь? Ошибку. Пойдем тогда. Мы уже засыпали. Давай. Значит, воду. Туда песок, а туда, наверное, воду. Не хочет. Да. А вот что это было? Стоп, стоп, стоп. Ключик там был, я видел отчетливо. Ключик был? Да. Где? Нет, ключ на руке, а ремонтировать. На другой попробуй. Попробуй масло залить. Что там еще есть у нас? Мы песок засыпали, правильно? Mm-hmm. Вот сюда. Значит, сюда ничего не надо сыпать. Попробуй масло. Масло. Походу у нас чего-то не хватает, она. А может хватает. Блин, их сколько здесь стоит-то, а? Три. Как раз масло, песок. Так, а ключи у нас есть? Нет. Ключей нет, да? Короче, масло, песок и вода. У нас все есть. А почему не... Значит, что-то тут не то мы. Короче, что-то мы тут не то. Масло не получается. Попробуем воду. Попробуем факел. Ладно, здесь мы закончим нашу первую серию, или какую сегодня, 10-ю серию Лето Поля. Подписка на канал, ставь лайк, группа ВКонтакте, комментируй. Пока!